Попытку раскладки тяжелого наркотика по тайникам пресекли староскольские полицейские. 43-летний мужчина фотографировал на телефон участки улицы, чем привлек внимание патрульно-постовой службы. При себе у злоумышленника было 12 свертков с белым порошкообразным веществом. 3 закладки нашли в тайниках, еще 43 изъяли при обыске места жительства. Задержанный оказался жителем Губкина. Все 58 свертков исследуются в лаборатории. Уже подтверждено, что в 5 из них находился героин. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Подозреваемый задержан.